Вот, пожалуйста. Это не мои вещи. Я не знаю, откуда они взялись. Это же чистая провокация. Неужели ты не понимаешь? Приказ есть приказ. Ну что вы? Что вы, ей-богу? А что такое? Почему не едите? Так не пойдет. Эй, Джаби! Не надо. Не беспокойтесь. Вы же весь день ничего не ели. Ездили только. У нас тоже. Во рту с утра крошки не было. Хорошо работаете. Хорошо. Бережем вас. Охраняем, так сказать. Мало ли, есть несознательные граждане. Могут вас неправильно понять, да и сознательные некоторые огорчены, и даже совсем сознательные тоже. Они же как рассуждают? Передовой район, высокие показатели, вдруг, вы понимаете? Нет. Так вы мне скажите, значит, с задержанными я могу говорить завтра? Да, конечно. Кстати, дежурный офицер показал мне бланк протокола. Это вам. С собой. Фрукты, минеральные. Спасибо, я на ночь не ем. Унеси. Да, я об этом бланке с вашей подписью. А что, хотите заполнить? Вот смотрю я на вас. Молодой, решительный. Сын у меня такой же. Тоже так рассуждает. Для него два цвета есть, черный и белый, другого нет. Ничего, у него еще все впереди. Угу. Да. А машину вашу ищем. Найдем, я думаю. Надеюсь. Не зажигалка же. А не найдем. Другую подарим. Новенькую. Нет, мне моя больше нравится. Ну что ж, смотрите, может, передумаете?